Здравствуйте, друзья! По просьбе одного из подписчиков сегодня рассмотрим Беретта 682 и Sport 76 OCRP. Характеристики. Калибр 12x76. Принцип действия – ручной. Длина ствола – 76 см. Количество стволов – 2. Тип – двуствольное, вертикальное, бакфлинт. Материал ложа приклада – орех. Вес – 3400 грамм. Дульное сужение. Сменные Optima Choke. Эжектор. Да, ложа полупистолетная, регулируемый гребень приклада. Эволюция победителя. В результате многолетней помощи стрелков, победителей, ружье Беретта 682 Gold обновилось и было перепроектировано, чтобы стать доступной спортивной вертикалкой. Новая мощная 682 Gold имеет низкопрофильную ствольную коробку, характеризованную исключительной двухцветной обработкой. Вместе с современным графическим мотивом, контрастом между глянцевой, матовой поверхностью и золотыми частями гарантируется экстраординарная красота. Никелированное покрытие обеспечивает защиту элементов. Optima Bow, Optima Choke. Некоторые модели новых 682 Gold имеют стволы Optima Bow, который уменьшает отдачу и улучшает распределение выстрела. Новые длинные и тонкие Optima Choke чоковые трубки, также доступные в экстра длинной модели, гарантируют последовательное распределение выстрела год за годом. Верх и стороны планки вентилируемы для рассеивания высокой температуры, улучшения прицеливания. Они отличаются от модели к модели. Стволы из хрома имеют глубокую обработку. Приспосабливаемый приклад с системой памяти приклада соответствует каждому виду соревнований. Плотность дерева отобрана для прочности, и рисунок дерева тщательно вынут, чтобы избежать слабых мест. Это гарантирует стрелкам удобство прицеливания. Настроечный механизм имеет патентованную систему захвата. Детали, которые делают различия спусковые механизмы на всех 682, настраиваются по длине спуска к трем положениям, чтобы лучше соответствовать оружию к руке стрелка и стреляющему стилю. Два спусковых механизма, один со скошенной поверхностью для правосторонних, другой для левосторонних стрелков симметрично. Напряжение спускового механизма точно. Исключительная долговечность обеспечена саморегулировкой, двойным коническим захватом, заменимыми байками, закаленными хромовыми стволами и патроником. И очевидно благодаря качеству сырья, точности механической обработки и высокотемпературной поверхностной закалкой. Недавно разработан ABS прочный кейс с двойной ручкой. 682 Gold Sporting – это демонстрирует отдельный отборный спусковой механизм, специальный спортивный приклад и носик затыльника. Также доступны с приспосабливаемым прикладом и системой памяти, затыльником, отдельным отборным блокируемым спусковым механизмом и белой планкой с точками посередине. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.